Всем привет, с вами Марк. Еще не продолжаем играть в Майнкрафт на версии 1.6.4 в сборку, да, и в прошлой части мы нашли вот этот данж, в котором решили поселиться. Да, сейчас мне интересно, у нас день или ночь. Так сказать, на понятно. Я поставил уже модов на сборке 73, все, что он уже поставил мод на двойной верстак. То есть тут можно крафтить суперкрутые вещи. Например, какой-то суперкрутой мазмеч, там еще какие-то улучшенные вещи. Что я еще поставил? Так, по идее я должен был. Так, я поставил Galactic Craft. Я его даже не проверял, вот прям сейчас зашел. И не знаю даже, я его прошел или нет. Но по идее он должен быть, сейчас же проверим. Но я его установлю. Сейчас. Какие вещи должны быть из Galactic Craft? Пока не вижу. Должен же быть. Пойти, да. Еще я поставил мод на. Так. Я еще поставил мод. Да, вот он, все, Galactic Craft прошел. Все, он прошел, да. В общем, я еще вроде поставил мод на новые зачарования. Но я не знаю, может быть, честно говоря, я уже забыл, я ставил или нет. Но, по идее, я уже ставил. В общем, сейчас что мы делаем? Мы берем кирку. Ой, зачем я же так-то зашел? Берем кирку железную. И пойдемте-ка мы, как я вам обещал сегодня, мы разграбим другие данжи и будем устраивать домик. Ну, данж, домик, это уже будет домиком. Принудительно, если тут еще что-то не досмотрел. Так. Так, давайте выбираться отсюда. И. А, тут выхода у нас нет, но зато мы можем осветить тут все. Ладно, геймод 1, чтобы мы отсюда по-нормальному выбрались. Так. Нет, тут геймод. Надо снег, мне же надо для начала использование часов. Геймод 1. И давайте наверх. Тут что-то я не могу. А вот она дырка. Так. Потом вылетаем на самый верх. И тут уже геймод. И нет, тут геймод 0 нам пока что не надо, потому что надо вот тут еще. Так, и все. И потом нам надо набрать подумить каких-нибудь блоков. И. Ну, наверное, я креатив возьму. Декоратив, чтобы нам мостик сделать. Потому что. Вот только не это. Только не это. Значит, это босс. Это как бы. Да, мод на босса, кстати, работает, его не проверял. Ну, понятно, я все с тобой. Здесь он меня атаковать не будет. Нет, он нам все равно ничего не сможет сделать, мы его убили сразу же. И главное, что сегодня ничего не выпало. Это просто, но сегодня ничего не выпало. Здесь ему какая-то вещь должна была быть, так, это уже с этого выпало. А, они там общаются, да. А, сегодня же это выпало. Так, не забывайте, что я начитерил себе меч. Все же для того, чтобы с ним подраться нормально, пройти. О, сердце какое-то, я не помню, это. Да, я не помню, что он делает, но что-то должен делать. Логично, да? Опа, зачаровать на комнату хорошо. Так, у нас там сундуки. И куча вот этих вот, так скажем, охранников. Опять босс. О, нет, у меня эффект слабости. Ну, что там у меня? Ничего. А почему с них, кстати, ничего не выпадает? А, вот он. О, наконец-то, штанишки. Наконец-то. Да, у нас здесь штанишки. О, кстати, вот появилось новое окно, это Galactic Craft. Надо было туда посмотреть все. О, еще алмаз, да ладно, 12 алмазов. Так. Опа, куча еды, снова эти Head Potion. По идее, они должны основать сердечки. Ой, Рудсноуд, да нам в шахту тоже даже идти-то не надо было бы вообще, да, по идее.
Так. Мини-босс, походу, там мини-босс. Да, действительно, мини-босс. И он, по-моему, невидимый, что ли, мне кажется. А где он сам? Или он ТП-шится? Скорее всего, он ТП-шится. Так, нет, он, у него скорость, мне кажется. Он так быстро бегает, что я не могу его даже ударить. Или он еще и бессмертный? А, он отталкивает. Посмотрим, что способен. И что из себя выпало? Неплохо. У нас броня уже очень хорошая. Магнит. О, это магнит у нас теперь. Магнит. Он, по-моему, притягивает все, если я не ошибаюсь. У нас уже куча железа. И мы идем дальше. Кстати, можем тут поспать. В принципе. Хотя мы едем тут поспать именно дома. Ну, как бы там. Вся. Ну ладно, мы тут поспим. Так. Проходим дальше. Ну, если кто-нибудь будет. Нет, никого нет. Странно. Так, тут у нас что, лабиринт? Где тут босс-то? Тут, по идее, где-то босс должен быть. Может, он в другой еще башне. Так, мы уже к кургам не ходим, скорее всего. Так что... Даже не знаю, куда идти. Откуда мы пришли? Откуда мы пришли? По-моему, отсюда пришли, да. Или нет. Если честно, то я уже вообще запутался. А, вот тут мы были. Сундук пустой, то значит, мы тут были, да. Кстати, золотой меч есть, хотя смысл он быстро сломается, но будет. В общем, вот тут мы были. И идем вперед. Будем до конца защищать все данжи. Потом будем построим мостики, там будем потом еще что-то построим, я не знаю. А, да, кстати. Мы, кстати, пришли в начало, и по всей видимости, мы уже весь данж этот, ну не весь, а вот именно эту комнатку, так скажем, осмотрели. А, нет, смотрите, внизу еще что-то есть. Ой, только вы не опять. Как вы мне надоели уже. Если честно, то нереально мне надоели. О, мазик, 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 мазик. Все, теперь он мазик будет моим. Тут, мне кажется, он куда-то укатился, но он... Ну, я его заберу. А, я его забрал. Так, я кого-то мне будете пытаться убить, я посмотрю, что у вас тут. О, сколько у вас еды, да тут еще раз богатеть. На все серии, наверное, хватит. Чего не нравится, кстати? О, у них там биг, этот сворд есть, который, кстати, можно скрафтить, если у нас много железа. Хотел мало сказать. Где у нас много железа? Надо нам дома прийти смотреть. Еды у нас очень много. У них тут тортики даже есть. Я вообще удивляюсь, как они так... Они вообще богатые. Но мы будем скоро их богаче. А, да, кстати. Нам надо будет тут прокопать. Там что-то есть. Ага, понятно. У них тут секретный сундук. И там ничего интересного. Еды у нас... Мы и так разбогатели уже на этой еде. Реально, нам уже скоро на весь сезон хватит еды. Нам даже и сходить-то никуда не придется. Тыщу кожа тут. Все куча еды. Вот так вот. А, вон там еще один сундук. Да его, конечно же, обокрасить, если там что-то интересное. Нет, тут опять еда, но все равно заберем. Кстати, мы можем картошку, например, выращивать. Кстати, есть куда-то трава, слава богу. Тут арбузик, но собирать мы не будем, если это будет как декорация. Но все равно они есть, кстати. По-моему, они еще и дома валяются. По идее, они должны, да. Ну, охранник, как тебя там, что, Тритон, да, или как тебя, я забыл, как тебя зовут уже. Сегодня с тобой уже виделись, я все равно забыл, как тебя зовут. Тритон. Тритон. Умолить. Ой, еще и кожаный. Че, боссы? Да нет, просто на босса было очень сильно. Найс, как мне надоели. Единственное, что меня радует, то, что с них руды падают. Например, алмаз может выпить. У нас 15 алмазов, дом еще больше. Сейчас уже как бы планировал сходить в шахту, потому что у нас алмазов мало. Нет, у нас их уже много. Ну как много? Не очень, конечно, много, но все же довольно-таки достаточное количество. А вот тут очень темно, кстати. А, точнее, как же лампа есть. Ой, что сделал? Во, все. Тут у них еще часики, какие-то секретные ходы.
А, так, мне кажется, мы тут были. Или нет? Да, мы тут были. Как раз таки. Просто с них что-то мне не кажется, или с них больше алмазов выпадает, чем других руд. А вот теперь я опять запутался. Где мы были, а где мы не были? По-моему, тут мы уже точно были. А они вон оттуда вылезли, все правильно. Значит, осталось вот это что смотреть. А, все, по идее, мы все осмотрели тут. В этой местности. Так, вот тут были, все, уходим, значит, сюда. Значит, пацан остался. Или нет? А, нам еще два надо. Начнем, пожалуй, не с подводного, а вот который там еще один остался. Вот это надо убрать паутинку. Там немного раздражает. Вот, все. Толбасяра у нас тут кидалось немного. Так. Получается, нам надо идти вон в ту. А, нет, это дом. Значит, вот туда. Подводную пойдем. Ну, в какой-то из них, по идее, должен быть босс. Я уверен, что тут есть босс. Из него может быть. А хотя, кстати, у нас же мирный стоит. Нет, я лучше не буду играть с мирной, иначе вообще все будет плохо. Я лучше сначала покрою, потом их, буду их обворовывать, а только потом ничего не меня тут побьют всех. Тут смотри, сколько тут штук. О, нет, весь нет. Ну, слушай, народ, ну, нам даже опыт дробилку, мне кажется, делать и не надо. Ну, знаете, опыт дробилку, там опыт, который бывает. Нам они, мне кажется, даже не понадобятся. У нас уже 32 уровня. Хотя смысл нам чаровать, если с боссов будет выпадать. Ой, какие мы богаты, у нас еще это Health Potion 19. Еще дома валяется. Мы вообще можем невидимыми, в принципе, быть. Вот тут руды, конечно, что-то полезное это есть. Вот золото нам, можем золотой сундук и золотую печку сделать. Это довольно-таки золото не редкость. Ну как, иногда редкость, иногда не редкость. Ой, сколько тут вообще так классно, нереально хочется жить. Все у нас уже инвентарь почти забит. Кстати, нам было после прошлого похода надо было все-таки сходить домой. После прошлого башни. Только подумайте в эту. Нам уже сразу все тут. Ой, сколько у нас еды. 3 штуки примерно каждый. Не, ну я представляю, это нам, наверное, точно целый сезон хватит. Нам даже бегать никуда и не придется. Кстати, нам надо найти деревню какую-нибудь, если тут в это воздушные деревни, кстати. Можно их найти. Мне, в принципе, без разницы. Смотрите, это у нас четвертая серия. Четвертая часть, у нас 32 опыта. Это, конечно, это круто. Что я и писал? Мы его впервые убиваем, походу. Ну что ты тут мотаешься, то? Что ты мотаешься? Что ты наливаешься, что ли? О, какой он крутой тритон-то. Ох ты, ах ты, ах ты, ах ты. На-на-на-на. 33 уровень уже. Еще одного побили и тебя тоже. Мне так нравится их убивать. И зачем? Уже темнеет, как быстро. Серия уже 13 минут идет. На самом деле это очень мало. Я не могу его открыть. Кстати, почему? Что? Я не могу его открыть. Может так надо сделать? Или вот так? Может это сундук, который не открывается? Его можно сломать. Хотя бы. А, так он пустой. После меня Майнкрафт лага. Ну, что это было? Значит, урон получил. Ладно. Думаю, что это ничего не означает. Тут тоже ничего нет. Погнали вперед тогда. А мне кажется, мы уже все раз это рассмотрели, как говорится. Можем жить вот тут, например, тут комната. Нет, нам надо именно просторную. У нас там комната, которую мы выбрали, она довольно-таки просторная. Мы же много модов будем изучать, там, Таункрафтом. Тиндерконстракт, нам столько вещей надо. Ой, место. Каких вещей? У нас, в принципе, там... Можно каждому моду свою комнату, кстати, сделать. Так сказать, можно там одной комнате несколько модов там изучать. Все, короче, мне кажется, я уже кругами хожу, все, я ухожу сюда.
Или... нет, еще ход вниз. Я все время вот забываю проходы вниз, которые ведут. Так, ну что, подеремся? Что-то подеремся. Тут. Опа, еще один алмазик от 17. Вы издеваетесь, сколько у вас тут? Все. Ой, тут вот еще низ есть. Но я не вижу освещения тут. Тут же динамик лайтс есть, я забыл. Тут еще и освещение есть такое. Во, отлично. Динамик лайтс, кстати, очень полезный мод. Но тут в башне-то он не нужен. В принципе, потому что тут и так уже все можно включить и осветить. Так, сундуков я... Опа-на! Привет, ребята, я тут пу... Опа-на! Только не отравление, вот только не отравление. Вот, так у вас тут еще несколько, ну ладно. Где босс, который мне там отравление дал? Да, кстати. Оп, отлично. Мне придется спасибо сейчас идти домой. Ложить все вещи. Тут достаточно огромное количество. Тут одна еда. Нам этого хватит. Тут что-то крутое. Очень крутое. Вот что я могу сказать. Все у нас уже так с Рогаэнина. Ядовит картофель, не знаю. Каменные кирпичи нам, наверное, не нужны. Так что вот так вот сделаем. Не знаю, зачем мы делись, у нас так много сорсенина. Ну ладно, пусть будет. На всякий случай вдруг оголодаем. Эй, где он? Его убить надо. Он ниндзя у нас. Он телепортируется, кстати. А ты откуда взялся-то? Ты-то откуда взялся? Ты еще должен дома умереть уже. Ай, мне не нравится это отравление, если честно. А где, кстати, сам босс? Он просто телепортируется. Плохо. Ну, мне все равно ничего не сделать, в принципе. Сидим пока штортика. О, все. Давайте так сделаем, будем следить, сколько классно выгляжу с этим, так скажем, скином. Так, выходим. И опа, я запалил, все. Вас тут не будет никогда, запомните это. Я вас раскрыл. Не успавнитесь. Хотя там могла быть хорошо подкормилка. Хотя смысл у нас так 35 уровней. И тратить нам, в принципе, не на что, потому что у нас и так много всего уже. Тут с боссов-то вот этих хватает часто зачарованные вещи. Так что, мне кажется, мы уже кругами ходим. Или нет. Вот сейчас мы, наверное, начнем уже кругами ходить, вот. Так. Ну, тут еще где-то ход еще ниже был. Не знаю, сколько мы будем изучать эти данжи, нам обворовать их полностью надо. Если увижу еще один такой данж, я, наверное, буду обворовывать его без съемок. Просто очень долго. Не, ну представьте себе, обворовывать какой-то данж, несколько серий. Еще потом вам будет неинтересно смотреть. Вот сейчас впервые вам будет наверняка интересно смотреть вот обворовку, то есть как выглядит. А потом это уже будет неинтересно. Эти надоедливые походы и... Так, все, мы уже кругами ходим. Так что все, нам надо уже уходить куда-нибудь. Нам надо найти выход. Вот теперь я реально начинаю ходить кругами. Так, я пишу тогда гермот 1 и ухожу сюда. Я сказал гермот 1. У меня одно FPS сейчас было. Так. О нет, все виснет. Все ужасно виснет. Сейчас FPS поднялась и упала. Просто замечательно. Ну иди сюда. Что-то пасть не могу. Я чуть слишком толстый, походу. А, нет. Кыша тебя. Кыша сказал.
Чудо, Тритон, тупой. Гейммод 0 и... Сколько гейммод 0? Еще один нами Клайс нам должен помочь, но, кстати, почему-то алмаз больше не попадается. Как у нас был такой... Вот прям как сказал про алмазы, все попались. Так, у нас тут есть... Этот как его... Решу убрать, ну давайте нитки уберем. Они, в принципе, нам не понадобятся, наверное. Или какой-то вообще они нам понадобились. Да нет, я не верю. Мотыга может, хотя мы легко скрафтим. Грибы скрафт, ну ладно. Так. Чакша? Нет. Да. А я думал, кто-то тут будет. Я ж такой приготовился к битве, а тут никого нет. Ой, сколько тут еды. Так, сейчас нам после того, как очистим полностью этот данж, нам надо сходить домой. И положить все вещи. Надо остаться алмазы еще дома. Сколько-то, я точно не помню. Сколько, но... Там сколько-то должно быть, ну вот с этого чела. Вот с него должно начать что-то хотя бы выпустить алмаз, хотя бы один. С них так один вроде не выпадает. Пожалуйста. Нет. Как назло, не выпал. У нас железо всего лишь. У нас. Но это не все железо. У нас 36 уровень, кстати. Метеор, скажешь, это значит.